Короче, что-то Эмили играла со своими друзьями в подвале, мой муж что-то туда пошел, и либо его никогда, больше никогда не нашли, либо он никого не нашел там. Что-то одно из двух. Это не открывается. Ну, хер с ним. Пойдем, Эмили, где ты там, ну? Опа! Это дура какая, ну! Все случилось, давай еще разочек. Shit, man! You son of a... О нет, о нет, о нет, о нет, о нет! О! Это что за В смысле? Слышишь, оно подсвечивается. Давай я зайду так. О! Стой! Нифиг! Ты чё, хэппер? Сука, я его убью! Блин, тебя убьют! Чё у тебя там происходит? Иди сюда, твою голову! Хэппер, ты чё? Блин! Чё? Я не могу! О! Там тварь какая-то, Паша! У меня все получилось. Не понимаю, куда мне идти. Попробуем сюда. Есть что? Бинт. Крутяк. Да господи, будь ты мужиком, ну что ж такое? Как вы думаете, мне идти туда или нет? Но не бояться, все нормально будет. Сука. Блядь. Малаша говорит, ёб твою мать. Вот это я точно теперь видел. Теперь ты тоже видел, да? Если ты не видел, перемотай чуть-чуть. Перемотай. Ты не ссы. Ты что? Не ссы. Все ж нормально будет. Это же всего лишь пиксели, они тебя не тронут. А вот меня. О, нет. Я вот. Это всего лишь. Свет! Или нет? Что происходит? Вы умерли. От чего? Надеюсь, она ушла. У этой игры это вышло. Dead. Bodied. It's over. Will you just get on with it? I know you're in here. I know it's over. Oh my gosh, dude. Alright. You ain't gonna do nothing? Then I'ma just keep on playing like normal then. Let's look at this.